действительно управлением тогда еще архитектуры и градостроительства были в 2014 году выданы градостроительные условия ограничения на строительстве на территории погранзаставы бывшей жилого дома. Эти градусловия обжаловались в судебном порядке достаточно долго в разных инстанциях, и в итоге в сентябре 2019 года было принято окончательное судебное решение об отмене этих градостроительных условий. Эти градостроительные условия, естественно, уже не действующие, они отменены решением суда. То, что они присутствуют на сайте градостроительного кадастра, ну, я готов сказать, что это где-то недоработка департамента. И мы работаем постоянно над тем, чтобы такие ситуации, ну, своевременно как бы контролировались. К сожалению, очень большой объем информации в градостроительном кадастре, поэтому, ну, где-то, наверное, оно прошло, скажем так, это судебное решение незамеченным. И мы обязательно эту ситуацию исправим и будем работать все время. Спасибо, кстати говоря, тем, кто обратились, что они обратили на это внимание. Мы приведем все в порядок. Каких-либо новых градостроительных условий ограничений департаментом по этому адресу не выдавалось. Основной вопрос, который рассматривался в суде, это то, что у застройщика не были надлежащим образом оформлены документы на землю. Если такие документы будут оформлены, представлены с пакетом документов, который положено, то департамент будет рассматривать, конечно, вопрос выдачи новых градостроительных условий в соответствии уже с действующим законодательством и нормативными документами. Мы должны рассмотреть намерения, мы должны рассмотреть все документы. После этого есть установленные законодательством основания для отказа в градостроительных условиях. Ну, соответственно, будем рассматривать.